девчонки, когда вы начали заниматься акробатикой? Я 5 лет назад. А 6 ты? Лет назад. 6 лет назад. Угу. Общий стаж 5-6 лет назад. Занимаетесь в зале, да? Да. А на улице вы тренируете то, что нету в зале? То есть нету брусьев? Вы... А брусья вам показывают и там, и в интернете вы находите или как? Нет, сами. Да. Сами ищете? Угу. Ну, спрашиваете, да? Да. Что вы пожелали девочкам, которые хотят заниматься акробатикой? С какого возраста можно заниматься, как вы думаете? Ну, вообще с 4 лет можно приходить уже. Уже можно приходить на акробатику? Да. То есть, чем раньше начнешь, тем больше сумеешь, да. Правильно? Да. Сегодня вы будете пробовать стойка на руках, на брусьях. И это называется крабик на одной руке, правильно? Ссылка на наши инстаграмы в описании.